В этом году в Реутове посадят около 200 деревьев и кустарников. В общественных пространствах и во дворах появятся липы, клены, рябины и сосны. Первая акция по озеленению пройдет в парке «Фабричный пруд» 27 апреля. Посадочный материал подмосковный. Мы выполняем полный цикл как подготовки к посадкам, то есть под основу смотрим, потому что в городских условиях саженцы сажать достаточно непросто. Мы завозим обязательно грунт, обязательно готовим посадочные ямы. И года два очень тщательно следим за саженцами, чтобы развивалась корневая система, чтобы у нас они росли хорошо, были здоровы, не подвергались воздействию болезней и вредителей. Почему в одном дворе появляются преимущественно клены, а в другом – липы? Ответ прост. Жители сами выбирают саженцы, оставляют пожелания в домовых чатах и в обращениях. Помимо этого, специалисты по озеленению учитывают единый образ округа, а также способность растений подавлять шум и адаптироваться к городской среде.